Доброе утро, дамы и господа. Итак, очередное особое мнение в программе Александра Гранта. Ну, я бы сказал, что сегодняшнюю передачу можно назвать особым мнением в квадрате или особое мнение об особом мнении. Вот представьте себе два бинокля, которые лежат друг напротив друга, но не, так сказать, параллельно, чтобы один смотрел в сторону увеличения, а другой уменьшения, а оба пялятся друг на друга, и в результате получается какое-то необычайно утроенное или учетверенное изображение. Я должен вам сказать во вступлении, что я, в принципе, человек независтливый и самодостаточный в какой-то степени. Но я всю жизнь млею перед категорией людей, которые называются интеллектуалами. Перед интеллектуалами я чувствую совершенно обнаженным младенцем себя. И, в общем-то, ну что вам сказать. Вот, допустим, один лютый интеллектуал, сын очень известного писателя и поэта Шрайера Петрова Давида, а Максим Давидович, он литературовед. И вот он недавно беседовал с другим интеллектуалом, и они говорили между собой так, что я почувствовал себя абсолютной чеховской этой самой свадьбы девочкой, которая говорит, образованность свою хочет показать, а потому говорят о непонятном. Вот Максим спрашивает почти своего достойного собеседника об его эстетических предпочтениях, а тот отвечает: прошлое бесконечно и с годами только расширяется. По второму закону термодинамики. В известном смысле для меня восход солнца Клода Моне ничем не отличается от серого дня Георга Гросса и ночи на Днепре Архипа Куинджи. Все это равные по значимости знаки в рамках семиологии де Сасюра, семиотики Пирса или сравнительного анализа Лотмана. Боже ты мой, подумал я, да я та самая Дашенька из свадьбы и есть, ни черта не понимаю. А между прочим, речь шла об очень достойном событии, которое произойдет у нас в Нью-Йорке послезавтра. Местом, так сказать, ресталищем, если можно сказать, интеллектуалов в нашем замечательном городе служит Бруклинская публичная библиотека, в которой есть такой уютненький лекционно-концертный зальчик в подвале, и там периодически встречаются лучшие умы, лучшие руки, лучшие глаза, лучшие уши нашей эмиграции, которые демонстрируют свои достижения. И вот 8 июня в 4 часа дня там состоится следующее. Презентация книги Геннадия Кацова, в которую вошли 180 поэтических текстов, посвящений мировым шедеврам изобразительного искусства в музыкальном сопровождении. Ну, чтобы не быть окончательной Дашенькой, сразу скажу, что музыкальное сопровождение мы отбросим. Кто такой Геннадий Кацов, вы знаете лучше меня, потому что я выступаю следом за ним. И это мой коллега уже много лет в области журналистики, и радио, и телевизионной, и печатной. Вот, но Геннадий Кацов поэт и Геннадий Кацов прозаик – это нечто, в общем, для меня не новое, а для многих из вас это может быть вновь. Итак, книга Геннадия Кацова «Словосфера», презентация которой и произойдет в Бруклинской библиотеке. И мое сегодняшнее особое мнение будет посвящено не столько этой книге, сколько личности моего коллеги, который сейчас сидит рядом со мной. Геннадий, доброе утро. Саша, доброе утро. Итак, так сказать, как завещал поэт про славу, ведь мы свои же люди. Почти, да. Почти он так завещал. Да, ведь мы свои же люди. И поговорим как раз вот об этой словосфере. Ведь что получается? Ведь эта книга, я сразу, значит, раскрою несколько козырей, с которыми я намерен войти в этот неравный бой. Когда-то мне попалась в руки издательства Академии книжка, это были сравнительные тексты Уильяма Шекспира и его переводчика Лозинского. Я, в общем-то, считаю, что Пастернак его переводил лучше, но Лозинский переводил гораздо точнее. И вот это было дивное, совершенно упоительное чтение, когда слева у вас был первоисточник Шекспир, а справа перевод Лозинского, причем можно было строчку за строчкой сравнивать и думать все-таки, вот как гениально один приложил свое знание русского языка к тому, чтобы перенести значение английского.
И вот в какой-то степени словосфера – это примерно такое же сравнение впечатлений. Два всплеска. То есть перед вами картина, картина известнейшего мастера. Она могла быть написана 400 лет назад, 300 лет назад, 4 дня назад, все равно. И на другой странице рядом с вами стихотворение, три куплета, которые посвящены этой картине, или картина посвящена ему. Вот это взаимопроникновение зрительного образа, чувственного образа в текст прочтения и уже как бы в интеллектуальный анализ того, что вы только что увидели, делает вас, с одной стороны, так сказать, зрителем, который стоит перед картиной, а экскурсовод, объясняет вам, что вы увидели. С другой стороны, наоборот, вы прочли текст, вы прочли стихотворение, которое вам, в общем, понравилось, но когда вы увидели изображение, то есть чувственный ряд этого стихотворения, у вас уже возникает какое-то стереоскопическое впечатление о том, что с вами происходит. Ведь в свое время, когда наш общий знакомый с Геной Кацовым, московский диссидент и тоже поэт Слава Леон, он же Епишин, он посвящал меня в азы концептуализма, он говорил: запомни, Саша, что каждый автор, что бы он ни делал, играет он на пианино, пишет картину, сочиняет стихи или, я не знаю, рисует навозом на кремлевской стене проклятие коммунистическому режиму или, наоборот, словословит капитализм, если он талантливый человек, он триединен, он говорит сам с собой, он говорит со своим читателем, слушателем или зрителем, и он говорит с Богом. И вот мой первый вопрос, Ген, это триединство в тебе наличествует? Вот это разговор с собой, с читателем и с Богом. Ну, здесь мы можем вспомнить совершенно спокойно психологию Юнга, вот, который как раз и говорил о том, что ты существуешь, существует взгляд на тебя и существует то, как ты себя видишь. На самом деле, Саш, я, конечно, это все существует, и здесь Слава Леон был совершенно прав, но я, кстати, хочу, поскольку ты уже провел эту параллель с Лозинским, Шекспиром и Пастернаком, я хочу сказать, что здесь в каком-то смысле есть вот такие прямые аналогии картины и текст. То есть, если мы говорим о переводе, то перевод Лозинского Шекспира более точен. Но я должен сказать, что в свое время, ведь опять-таки вернемся в историю, Пастернак написал Гамлета, вот, написал. Вот. Но перед этим он перевел Шекспира, ему не понравился перевод, и он написал Гамлета по-своему. Так вот, я могу сказать, что большая часть текстов здесь, это, в общем-то, пастернаковская работа. То есть, эти тексты, они не напрямую довольно часто они инициированы картиной. Это импрессион, это впечатление, это проживание текста, поскольку некий аффект картина вызвала. Да, смотри, вот я, это не описание. Сказать, чтобы вы поняли, о чем мы говорим. Something is rotten in the land of Denmark, пишет Шекспир. Какая-то в державе датской гниль, точно переводит Лозинский. Неладно что-то в датском королевстве, пишет Пастернак. Вот, пожалуйста, три строчки. То же самое здесь. То есть у меня не было задачи вести зрителя по музею. Я не экскурсовод. Это не энциклопедия. На самом деле, это мой дневник, поскольку писалось весь этот цикл, 180 работ. Он писался полтора года. Если мы возьмем полтора года как 500 дней, то это, в общем-то, некие состояния, некие эмоции, которые я проживал. У тебя совершенно наполеоновские категории. 500 дней, 100 дней на Эльбе. Или 400 китайских предупреждений. Ты же сам, по-моему, написал или в предисловии, или где-то еще, что ты 18 лет не занимался поэзией. После того, я должен вам сказать, что Геннадий Кацов, в общем-то, в бывшем Советском Союзе был таким поэтом-бунтарем и примыкал к группе поэтов-диссидентов. Вот. И, я бы сказал, нон-конформистов. Да, нон-конформистов. Да. Диссиденты – это более политическая такая струя. Вот. И сюда он приехал уже состоявшимся и довольно известным поэтом. И здесь у него выходили книги. У него здесь первая книжка вышла «Игры мимики и жеста», такая небольшая.
как он сам говорит, что это у каждого творческого человека, который эмигрировал, будучи в невладах советской власти, обязательно с самого начала выходила книжка, как его манифест, как его протест, как его объяснение, кто он такой, как его заявка на творческое бессмертие в Соединенных Штатах. И позже, уже в 99 году, в Санкт-Петербурге вышла книга «Притяжение дзен». Здесь есть и рассказы, и стихотворения Геннадия Кацова. Поэтому мы не говорим, что он не только не мальчик, не муж, но уже, наверное, сторожил художественной беллетристики. Ну, я, кстати, должен сказать, что вот это мое прошлое московское, и то, что я был одним из создателей клуба поэзии, и то, что я принадлежал группе «Эпсилон Салон». В общем-то, клуб поэзии – это было объединение людей в андеграунде, нонконформистов и так далее. Большинство из них сейчас современные классики. Тут не о чем даже говорить. И я, когда приехал сюда, первый звонок был, только поставили телефон, я был с родителями. Вдруг в бруклинской квартире первый звонок в Америке. Мы полтора месяца прожили в гостинице «Лэтхэм» на 5-й авеню и 28-й, переехали в Бруклин. Первый звонок. Я поднимаю трубку, звонит Игорь Померанцев. Вот, он тогда был в Лондоне, сейчас он находится в Праге. В Праге это «Радио Свобода». Он говорит: «Геннадий, мы с вами встречались в Москве, я все о вас знаю, прекрасно. Идите к Юрию Гендлеру, который директор «Радио Свобода», Нью-Йоркское отделение. И сажайте с ним редиску. Бродвей 1775. Да, редиску мы потом уже сажали с Юрой. Да. И я приехал, и, в общем-то, благодаря именно тому, что я в Москве был достаточно известен, я сразу начал работать у покойного Пети Валя в программе «Поверх барьеров». Вел передачи, собственно, по культуре, «Семиминутки». И тогда же я год, в общем-то, работал, можно сказать, совместно, неоднократно встречаясь с Сергеем Довлатовым. Вот. Я об этом даже написал. Ну, опять-таки, с Сашей Генисом там я познакомился. Петя Вайли, мы с тобой, говорим, сочтемся славами. Не трожь покойных. Нет, я просто говорю о том, что мне повезло в этом плане. Сергей Довлатов, достойные люди, но не ставь умышленно себя на один ряд ниже них. Ты выше. Пусть они сейчас на том свете рассказывают друг другу, а наш-то смотри какой. Я должен сказать, есть гениальные две строчки украинского поэта. Я гениальней, ниж Гомер, бо я живу, а он помер. Ну вот, из этого следует исходить. Если ты помнишь, когда-то на выставке «Достижения народного хозяйства» была выставка картин нонконформистов в павильоне пчеловодства. Вот. И я почему это сейчас вспомнил. Там были разные вещи, там были картины, там были инсталляции. И там в стену был вбит гвоздик, и на гвоздике висело пальто, и из кармана пальто торчала бутылка кефира. И не часто, но внизу была табличка, это было произведение искусства, было написано «Пальто Одноралова». Вот, и это было произведение искусства, которое должно было очень много всем сказать о том, как мы живем, почему мы живем, что ужас какой-то, там еще что-то, старое пальто, бутылка кефира, ржавый гвоздь. Вот это уже словосфера или нет? Понимаете? Вот когда я смотрю на пальто Одноралова и хочу объяснить это, что же я, собственно, увидел? Саш, вот когда ты смотришь на пальто Одноралова, ты видишь пальто Одноралова и гвоздь. Я, например, я в этом вижу реплику, естественно, на известное ready-made Марселя Дюшана. Вот, то есть на самом деле это определенный этап. Одно дело измы в искусстве. Это, скорее всего, тактическое приобретение изобразительного искусства. Другое дело – это различные стратегические ходы, которые были определены такими глыбами, гигантами мировой культуры современной. Марсель Дюшан, он был одним из этих вот людей таких. Он сказал, что если произведение уже готовое, но в данном случае он поставил писсуар и назвал его «Фонтан». Вот. Это известнейшая вещь. И он, в общем-то, сказал, что достаточно мне, художнику, назвать это произведением искусства и поставить это в галерее и в музее, и это и будет произведением искусства. То есть в том, что, о чем ты говоришь, вот эта работа Одноралова, на мой взгляд, это реплика на классический ход Марселя Дюшана, который во многом, кстати, изменил современное искусство. Я об этом могу очень много рассказывать, поскольку это 30-е годы. 50-е годы художник уже сказал, а зачем мне что-то ставить, я ведь и сам могу быть. Вот. Я и есть объект и субъект искусства. Но, отсюда концептуальные, кстати, все эти ходы. Это мы перенесем в твою следующую беседу с Майей Прицкер, скажем. А я говорю о том, что с одной стороны мы видим величайшее произведение искусства, которому уже веками поклоняются не только специалисты, но и рядовые глаза.
С другой стороны, мы видим стихи, которые написал поэт, вдохновившись этим произведением? Или на, вот у тебя это улица с двусторонним движением? Здесь очень любопытно. То есть ты видишь картину и подгоняешь под нее стихи? Бывает то и так. То есть объясняешь? Бывает ее? И так. Или у тебя уже готовы стихи, и ты находишь на них картину? Конечно, это и двухстороннее. Я бы даже сказал, что здесь еще мы можем и третью координату вести. Ага. Это самое для меня неожиданное, когда к тексту я сразу вижу зрительный ряд. Или наоборот, картина возникает одновременно с какими-то строчками. Мне главное начать это записывать, поскольку они уйдут. И вот здесь же одна и та же форма выбрана, 12 строк, то, что ты назвал, три куплета, то есть три катрена. Вот эта 12-строчная форма, она оказалась очень мне близка и вот прямо по душе, то, что называется. Мне главное в этот момент успеть записать хотя бы вот то, что... Это не обязательно будет первая строчка, вполне возможно, где-то в середине или последняя. Но вот то, что возникает, это для меня совершенно магический эффект, поскольку и картина, и текст могут возникать одновременно. Это, конечно, удивительно. А бывает так, что, да, написал текст, и мне кажется, вот проиллюстрировать можно этой картиной. Или, допустим, картине пишется текст. Тремя куплетами ты не загоняешь себя в какой-то, так сказать, квадрат, за который тебе нельзя выходить, ни больше и ни меньше? Все есть форма. В любом случае, когда ты работаешь даже с таким объемным произведением, как роман или поэма, вот ты в любом случае себя загоняешь. Если Пушкин, мы говорим об Евгении Онегине, то это известный 14-строчник, то же самое и классический сонет 14-строчник. Ты в любом случае загоняешь себя в форму. Был такой замечательный поэт и фронтовик Григорий Поженян, покойный уже довольно давно, и он когда-то замечательно сказал, что я всю жизнь мечтал видеть цветные сны, а мне постоянно снился забор из цветных досок. То есть, понимаете, можно себя загнать, будучи поталантливым человеком и колористично видя мир, можно себя загнать в какие-то рамки, и это уже вот чем отличается, скажем, журналистика, присущая мне, от билетристики мне не присущей. Одно и то же событие можно описать, так сказать, фельетон на репортажном жанре и посвятить этому не больше страницы, а можно написать роман с размышлениями, с вводами, с выводами и так это далее. Это то, о чем говорил, кстати, Бродский. Он говорил, что поэзия – это квинтэссенция языка. Точно. То есть, да, можно, это кодирование. Да. И в данном случае я вообще выбрал вот эту классическую форму, силаботоническую, если мы говорим там о постредиаковском периоде, чего я, в общем-то, даже не предполагал в себе, когда я в московском периоде писал все, что угодно, поскольку для меня в мое время тогда были учителями Абериут и Будетлянин, Велимир Хлебников. Затем, опять-таки, очень такие любопытные опыты, связанные с нонконформистами 70-х. Я не писал классический стих. И вот здесь я себя в этом плане тоже опять-таки говорю. Кстати, Саша, я бы прочитал, поскольку мы... А давай, не да. прочитаешь, а давай лучше послушаем. Давайте посмотрим послушаем. И послушаем, что же такое словосфера. Пожалуйста. Жоржа Моранди, натюрморт. В местоимениях третьего лица, настольной вазе, глиняном кувшине, как в родственной наивности птенца, илинский свет и чистота латыни, реторты, кубки, емкостей надсад, как в янтаре забытое жужжание осенней мухи, разделяет взгляд на тайну форм и тайны содержания. И так спокойно, правильно, легко, вчера, сейчас, всегда от этой встречи, что перспективой языка влеком себя освобождаешь от наречий. Оскар Рабин, «Черный кот». Есть две истории, они почти две стороны медали. Одна – все то, что потеряли, другая – то, что обрели. Том о наследии руин, о нынешнем этапе – том же, хотя все об одном и том же, тем паче результат один. И если задом наперед, опять с конца идти к порогу, однажды перейдет дорогу, все там же, тот же черный кот. Александр Тышлер, «Женщина на дереве». Шум листвы лучше не понимать, если жив. Он, как разноголосие сошедших с ума, чем тоска междометий и сплошь миражи, лучше сразу тюрьма и пустая сума. Ветвь всегда по размеру лишь стоит прилечь, образуется утварь в дорогу и быт, и корой наползает невнятная речь вдоль ладьи, что легко над травою парит. Вытекает древесный настоянный сок прямо в синюю вену, где сгиб локтевой, где уже пробивается первый росток. Алый парус
безветренный и неживой. Леонора Каррингтон, «Лабиринт». Кольца сжимаются в виде воронок с центрами там, где проходит идущий. Если попутчик коза или ворона, значит, кессонная глючит удушье. Сеть коридоров на сотни гектаров у перехода из плотного дерна. Лучше бы сразу узнать минотавра, просто чтоб дать заурядного деру. Вверх по дорожкам, минуя пороги, не поддающиеся алгоритму. Там передать эти краткие строки тем, кто у входа стоит к лабиринту. Давид Бурлюк «Осенний лес» посвящается Алёше Парщикову. Когда конь зеленее крупом, чем ветхозаветный змей, а в саду от надкушенных яблок деваться некуда просто, от какого размера грибницы жить стало бы веселей грибникам, до какого отсутствия можно исчезнуть ростом. Это главное слово и дело сегодня Адамов и Ев, каждый лист надписать, на опавших в осеннем саду обозначить, кто от клена, от тополя кто, ну а кто, до земли не успев долететь, воскрешение в небо, упав вертикально, начал. Аммонита мускария, ты вдохновению поэта сродни, из корзинки грибной подбираешь цвета к листопаду, тот прощен и блажен, кто с ножом в сад осенний проник и зеленую ветку упругую срезал, не слышно у сада. Франц Радзивилл, «Фландрия». А люди ходят, как живые, покуда эскадрильи гулкие сшивают прочно швы земные днем серебристыми иголками. Покуда вровень с облаками глядят архангелы из трещины, когда костей сгорают камни, и с ними дети их и женщины. Покуда ворон клювом красным не сосчитает всех покойников, и следом, обрастая ряской, наступят тишь да гладь покорные. Так вот, и я задаю себе, Геннадию Кацову, и вам вопрос. Вот вы посмотрели и послушали. Что здесь первично и что здесь вторично? Бытие художника или сознание поэта? Вот как бы сам автор ответил на это? Вот я прослушал эти, честно говоря, мне понравившиеся стихи. Знаете, я как тот честный старик из Шварца, который говорит, я вам по-стариковски скажу, никого не стесняясь, никого не боясь, вы, ваше величество, гений. Вот. Поэтому стихи хорошие. Но когда я читаю эти стихи как пояснение этой картины, я насыщаюсь в два раза больше, в два раза богаче. Ты подобрал под эти картины свои стихи? Ты сочинил эти стихи как иллюстрацию, как пояснение этих картин? Допустим, если мы говорим о Бурлюке, да. Владельцу картины, это Анатолий Беккерман, угу. Его галерея находится, да, в Манхэттене, да, я объяснил, собственно, суть этой картины, угу. Потому что он не понимал, если вы помните, вот как раз на этой картине какой-то непонятный конь, пополамный конь, да, зеленый-красный, да. Затем в углу стоят он и она, они собирают грибы, и в то же время зеленая ветка и... Эти деревья в виде листов, которые вертикально остались в этом саду. Ну, понятно, что здесь речь идет о он и она, это Адам и Ева, это райский сад. Но в то же время грибы – это галлюциноген. И я ему объясняю, я говорю, Толя, ты видишь, о чем здесь картина? Вообще эти образы – это же абсолютно галлюциногенные представления мировоззрения. Да, аммонита мускария. На латыни аммонита мускария, это и есть мухомор, ну, между прочим, звучит очень красиво. Вот, и так далее. То есть какие-то вещи, и понятно, что здесь я расшифровал для себя в первую очередь, а потом уже оказывается и для владельца этой картины, то, что хотел сказать Давид Бурлюк. Допустим, если мы говорим о Маранде, у меня не было представления о Маранде. Я вот хотел создать какое-то единство, для себя определить, вот эту чистоту формы и чистоту содержания, которые потом я понял, они в каждой бутылке Маранди, они существуют. Ведь это на самом деле картина начала 20 века, это классик, который создал определенный жанр. Здесь, кстати, в этой словосфере очень много классиков, о которых многие не знают. Допустим, классик шведского изобразительного искусства, датского изобразительного искусства и так далее. Вот, и я для себя тоже очень много открывал, но довольно часто... Тексты писались, а под них я уже подбирал. Саша, стыдно признаться, может быть, и не стыдно, я уже лет 40 интересуюсь изобразительным искусством. Все это началось еще с черных рынков книжных. Ну, конечно. Вот, да, в 19 лет на втором курсе института
Я познакомился в отделе книжном с продавщицей, которая мне из-под полы продавала по 2, по 3, по 4. Кранахи тогда стоили рублей 10. Вот, братья, ты кранахи помнишь большие. Издательство «Скира»? Которое, итальянское издательство, да, которое, да, конечно, которое издавало все эти вещи, и мы переплачивали, я тоже, будучи студентом, хаживал к букинистам, и они из-под полы продавали вот но эти это дорогое было издательство. И... А, да. Допустим, да, вот эта известная серия восточно-германская, или польские. Польские они были в основном мягкой обложки. Нет, венгерские это... тоже мягкая. А вот как раз за восточно-германские они были в твердой обложке. Я прекрасно помню эту работу «Автопортрет Дюрера», вот более поздний автопортрет, вот на черном таком, на коричневом, вернее, темно-коричневом фоне. Я просто стоял завороженный. Когда я купил за 3-4 рубля эту книжку, я не мог от нее оторваться, но все было написано по-немецки. Вот так я изучал изобразительное искусство. Вот мы говорим о том, что можно посмотреть на картину, проникнуться ее содержанием и написать на тему этой картины свое поэтическое объяснение ее, как я ее вижу. Но с другой стороны, вот у Мандельштама есть одно из моих любимых стихотворений, оно небольшое, оно называется «Навелино», и оно, по-моему, начинается так. «Вы помните, как бегуны у Данте Алигьери соревновались в честь весны в своей зеленой вере. По темно-бархатным холмам в софьяновых сапожках они пестрели по лугам, как маки на дорожках». То есть это совершенно живописный ряд. Сколько цветов, темно-зеленые, темно-бархатные, маки. То есть... Саш, вообще вот то, о чем мы говорим, если мы говорим о жанре, существует очень такое слово, может быть, оно звучит странно, экфросис. Я, кстати, вот после того, как я написал эту книгу, вдруг мне звонит Павел Грушко, известный переводчик с испанского, да, как раз «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты, это его. Он 8 числа в Кембридже читает лекцию по экфросису. Еще то самое щите... время, как ты будешь в библиотеке? В один день, да. Я даже думаю, мы с ним говорили по телефону, вполне возможно, если с Божьей помощью это получится, может быть, мы осенью здесь, в Нью-Йорке, а потом и в Бостоне, он в Бостоне живет. Мы, может быть, выступим совместно, такой план есть. Я не люблю, кстати, рассказывать о планах, но мне очень хочется с ним выступить, поскольку человек тоже хочет высказаться по теме экфросис. Экфросис, на самом деле, известен еще со времен Гомера. У Ахилла щит, который Гомер описывает. Кстати, Павел мне сказал, он говорит, я единственное, что не понимаю, Гомер ведь был слепой, каким образом он мог описывать щит Ахилла. Но неважно, после этого работал и Оден, и Уильям Уильямс. То есть на самом деле много людей высказались по отношению к картине. Этот словосфера, вот эта книжка, она уникальна, в общем-то, тем, что здесь в определенной форме, то есть я себе дал вот эту форму 12-строчника, столько текстов и столько картин. Вот этого, как оказалось, Михаил Дзюбенко, который пишет здесь вступительную статью, он тоже говорит об экспрессе и так далее, он говорит, что в этом плане эта книжка уникальна. Мало того, я хочу сделать мультимедийный проект, и вот Вадим Веселовский, Неселовский, который будет на вечере в субботу, мы с ним вместе будем работать. Что значит уникально? Когда ты говоришь, в эту книжку вошло пока 180, а может войти 360, да, может войти 3600, 360 никто тысяч. Этого не то делал. То есть мы будем увлекаться теорией чисел в наш век. Это практически и не так сложно. Для этого надо сесть и написать. Для этого надо сесть, для этого нужен достаточно мощный компьютер. Потом ты наймешь негров, как говорят в литературном цеху. Ты знаешь, это невозможно, ведь, наверное, сделать. Я не знаю, сейчас вот Незнанский гвоздит свои 126 томов своих партийных книжек. Ну, наверное, да. Все дело в том, что я думаю, что сделать это очень сложно. Кстати, я смотрел вот подобные вещи, кто делал, вот, писал и так далее. Очень часто они описательные. То есть описывается картина. Какие-то здесь нужно, во-первых, уйти от этого пафоса. Вот, это должно быть сделано очень просто, очень внятно. Я для этого и выбрал классическую форму. И, конечно же, человек должен проявлять прежде всего себя. А что такое я? В данном случае это мое увлечение изобразительным искусством. Это столько лет работы в литературе. Это, собственно говоря, весь мой опыт человека, поэта, журналиста и так далее, он весь здесь. Я думаю, что в данном случае кого-то выбрать, чтобы кто-то за тебя писал, ну вот то, что называется ghostwriters, да, негры литературные, наверное, это сделать невозможно. Ну, что ж, друзья мои, при слове, что нужно говорить просто и изображать внятно, чеховская Дашенька во мне подняла голову,
И сейчас мы прервемся на пару минут рекламной паузы, а потом продолжим беседу с Геннадием Кацовым по поводу его книги «Словосфера», о которой, как я уже сказал, послезавтра будет много говорено, много наиграно и много показано в Бруклинской публичной библиотеке. Оставайтесь с нами. Вам за 40 и уже нет полного ощущения радости жизни? Упадок или депрессия, а интимная жизнь потеряла былую прелесть? С годами наш уровень тестостерона падает. Витамор вам может помочь восстановить гормональный баланс. Вы сможете лучше спать, повысить уровень интимной жизни и почувствовать себя снова молодым и счастливым. Уже после первого применения одна капсула натурального тестостерона вернет вам любовь и молодость. Звоните нашему специалисту в клинику Витамор 212-336-1555 или посетите наш веб-сайт vitamorbhrt.com. И тополя уходят, но след их озерный светел. И тополя уходят, но нам оставляют ветер. И ветер умолкнет ночью, обряженный черным крэпом. Но ветер оставит эхо, плывущее вниз по рекам. А мир светляков нахлынет, и прошлое в нем потонет. И крохотное сердечко раскроется на ладони. Федерико Гарсия Лорка. Невский Яблоков. Когда разбил радикулит, с пеналами всего знобит. Когда не мил весь белый свет, и худо так, что ночи нет, и все болит, и тут, и там. Каким бежишь ты докторам? Ка-ка-но-схим! Когда ты цел и невредим, болезнь рассеялась, как дым. Хвала искусству докторов, ты снова весел и здоров. Кому спасибо говоришь? Каких врачей благодаришь? Кагановский Оушен Квазу! Правильный диагноз – залог успешного лечения. Доктор физиотерапевт Ирина Ковалева обладает талантом диагноста и талантом лечащего врача. Ocean Medical Plaza – золотой ключик к вашему здоровью. Дорогие друзья, я Геннадий Кацов. Приветствую вас не в программе «Пресс-клуб», не в утренней пробежке, не в передаче «Ни дня без строчки» обзор американской прессы, а в рекламном видеоролике. Дело в том, что в мае вышла в свет моя книга-альбом под названием «Словосфера», и в ней представлены 180 моих поэтических комментариев, медитаций к 180 шедеврам изобразительного искусства за 7 столетий, от Джотто до наших дней. И 8 июня в Центральной Бруклинской библиотеке состоится мой авторский вечер при участии известного джазового пианиста-виртуоза Вадима Неселовского, который живет в Нью-Йорке. Приглашаю вас на эту встречу 8 июня в субботу в Центральную Бруклинскую библиотеку в 4 часа дня по адресу Flatbush Avenue, 10 Grand Army Plaza. Вход бесплатный. До встречи. Русско-американский фонд представляет 9 июня с 11 утра грандиозный фестиваль в Бруклине в Сисайд-парке. Гость фестиваля – автор-исполнитель собственных песен, неподражаемый Тимур Шаов. А еще бальные танцы, цирк, вернисаж, балет и ярмарка, выступление лучших детских коллективов, консультации известных врачей, бесплатные медицинские тесты и тысячи подарков. В фестивале участвуют популярные рестораны. Приходите, мы ждем вас 9 июня в 11 утра в Сисайд-парке. Вход свободный. Здоровье и красота ваших ног в руках доктора Мираба Буттера. Клайм – это новейшая безболезненная технология лечения варикозных вен. Без анестезии. Только в клинике доктора Мираба Буттера все новейшие безоперационные методы. Искусство хирурга Мираб Буттер. После триумфальных гастролей снова в Нью-Йорке. Ретро-ансамбль «Карт-Банш» с новой программой «Дорогой длинною». Еврейские, русские и мировые ретро-шлягеры. Песни, которые мы знаем и любим. Итак, друзья мои, как я уже сказал в начале нашей передачи, сегодня двойное особое мнение, два бинокля, и оба они принадлежат моему коллеге Геннадию Кацову, который и смотрит, и пишет стихи.
Итак, словосфера. Только что вы увидели рекламу того, что произойдет послезавтра в Бруклинской публичной библиотеке. А мы пытаемся не то, чтобы расположить тех нью-йоркцев, которые придут туда послезавтра, а сделать понятным для всех нас, во всяком случае для меня и для вас, потому что Ген Кацов-то все это понимает. И мы ушли на рекламную паузу с того оптимистического заявления, что не все в этом мире, не все в мире словосферы так сложно, как это кажется на первый раз, когда я ошарашил себя и вас заявлениями мудрых интеллектуалов Кацова и Шрайера. Все гораздо проще. И я попросил сейчас Гену, чтобы он прочитал несколько своих произведений, иллюстрирующих некоторые картины, в общем-то, и иллюстрирующие картины лиц, которых мы оба знаем, и стихи оказываются не такими уже непонятными. Ну вот, кстати, я могу показать известный, ну, собственно говоря, сейчас, наверное, из живущих классиков, самый дорогой, Илья Кабаков. Он живет в Лонг-Айленде, и у него есть картина, называется «Расписание выноса помойного ведра». Ну вот как раз в таком, да, в концептуальном, очень понятно, вот как раз. Если а оно и есть расписание. Сейчас, да, вот расписание выноса помойного ведра. На меня это произвело очень сильное впечатление, поскольку у Кабакова, у него вообще эта тема коммуналки, коммунальные квартиры. Да, она выставлена. Это леонозовцы, по-моему, еще. Ну да, конечно, да. Но здесь, кстати, я помню, когда я приехал в начале 90-х годов, была его огромная инсталляция, выставлена в Музее современного искусства, МОМА. Называлась она «Мухи». Ну такая уже классическая инсталляция. Ну вот я написал на эту тему очень, на мой взгляд, романтический текст. И звучит он так. «На каждую эпоху свой Гомер. Но, как любовник есть в любой из спален, есть общевыразительный пример, поскольку мир веками коммунален. Чем запах влажной стирки, кислых щей, заправленного хлоркой туалета, принес среди значительных вещей, привлек среди значительных вещей философа, художника, поэта, зеленых мух, зеленый табурет, на 7 звонков, за дверью рукомойник. Но кто-то на 7 бед один ответ все так же и несет в ведре помойном». Ну, вот такое как раз описание коммуналки. Саш, я не знаю, ты в коммуналке... Ну вот смотрите, существует картина. Картина концептуальная. На ней ничего подобного, о чем написано это стихотворение, нет. Но, как говорят плохие журналисты, тема позвала в дорогу. И пошла. Вот я вам скажу другой совершенно противоположный пример. Это стихотворение покойного Галича, которое так и тянет написать картину. Вы помните, у него есть замечательная четверостишая. Все было пасмурно и серо, и лес стоял едва живой, и только стрелка говномера едва качала головой. Вот. И там дальше идут уже всякие обобщения. Так и тянет вот леонозовцу настоящему написать на эту тему серую, мрачную, какую-то непонятную картину. Ну и еще. Ну вот, кстати, если мы говорим о классиках, Комар и Меламид. «В детстве я видел Сталина». Эта картина, кстати, принадлежит той же МОМА. Виталия Комара я прекрасно знаю. Вот эта картина принадлежит МОМА. Я не знаю, насколько она видна. Это ночь, и вот Сталин, он оглядывается в заднее окно автомобиля, на котором он куда-то вот туда уезжает, в пустоту, в историю, в вечность. И чуть у меня... ли не ночной дозор Рембрандта. «В детстве я видел Сталина». «В детстве я однажды видел Сталина», так называется. «Однажды в детстве я видел Сталина». Ну и вот такое... родился такой текст. Я в детстве, как считалочка я его сделал, поскольку, опять-таки, детство здесь у меня вызвало какие-то ассоциации с точки зрения метрики понятные. Я в детстве видел Сталина, в окне его авто. Его черты предстали на секунд, наверное, 100. Он в темноте растаивал, пока я наблюдал, как совы плыли стаями за ним куда-то вдаль. И в наступившей полночи и годы погодя, портрет Луны был полностью подобием вождя. Вот такое стихотворение. Но, кстати, я хотел бы, Саша, вот поскольку мы говорим о том, что первое, что курица... Что первичное, яйцо, да, что вторичное. Да, есть картины, которые я буду разъяснять во время выступления в субботу, поскольку имеет смысл, видимо, рассказывать, что произошло
до, в период процесса написания и так далее. Есть замечательная картина Эгона Шиле, называется она «Семья». И на ней вы видите, изображены трое: отец, мать и ребенок. Все дело в том, что Эгон Шиле – это вот такой немецкий экспрессионизм, который, собственно, известен и у нас в стране. Да. И, кстати, если мы говорим о экспрессионистах, то Эгон Шиле, он умер от инфлюенции. Это грипп в 1918 году. Так вот, на этой картине изображена семья. Семья не состоявшаяся, поскольку он умер через несколько дней после того, как он написал эту картину, а картину он написал о семье нерожденной. За несколько дней до того, как он начал ее писать, его жена беременная скончалась, тоже от инфлюенции. То есть это абсолютно как бы вот такая семья в его представлении, которая не состоялась. И у меня написано на эту тему текст, вот как раз здесь имеет смысл объяснять, что такое, что здесь нарисовано. «Счастливая семья. Малыш, отец и мать в одном портрете. Лишь любопытный взгляд отметит отсутствие улыбок. Лишь нерасторжимых душ укор, да нерожденный сын без тени. Лишь инфлюенции, вирус теми, кого унес вселенский мор. Покойтесь с миром. Сей ответ из дальних наступивших будней семье, которой не убудет, поскольку не было и нет». Вот интересно, мне сразу пришло в голову, в общем-то, этот трюизм, но насколько богаче изобразительное впечатление делает общее впечатление от поэтического произведения. Я отталкиваюсь от Бродского. У Бродского есть наверняка известный вам, те, кто знаком с творчеством этого замечательного человека, цикл стихотворений об ленинградской психушке «Горбунов и Горчаков». Замечательные совершенно стихи, и они с удовольствием читаются. Это огромная поэма. Да, да. Вот. И мне недавно привезли, по-моему, в прошлом году ребята сняли вот эту самую, они его оживили, это называется «Лисички», про Горбунова и Горчакова, и они оживили стихи Бродского показательным рядом. То есть идут наплывами какие-то мелькающие тени больных, больничные койки, профили. Но совершенно по-другому воспринимаются стихи Бродского. Гораздо объемнее, четче, понятнее и, главное, бьют по мозгам еще сильнее. Ну, кстати, Саша, поскольку ты вспомнил о Бродском, у меня здесь есть и эпиграфы из Бродского, но вот одно стихотворение, сейчас просто уже как бы по теме. Есть мои любимые стихи Бродского, которые я помню на память. У него есть стихотворение «Любовь». «Я дважды пробуждался этой ночью и брел к окну, и фонари в окне, обрывок фразы, сказанной во сне, сводя на нет подобно многоточию, не приносили утешения мне. Ты снилась мне беременной, и вот...» и так далее. Вот этот сам по себе, вот это просодие, она привела к тому, что я написал вот в этой стилистике я написал стихотворение, которое посвящено «Мать художника» Джеймса Уистлера. Я думаю, что многие знают эту картину. Вообще здесь у меня в этом цикле много американцев. Я говорю о Северной Америке, Латинская Америка, Европа и российские художники. Ни в коем мере вообще нет ни японцев, ни Юго-Восточной Азии, китайцев и так далее. То есть это мать. У меня в 2005 году умерла мама. И я никак не мог и не хотел писать на эту тему. И вот вдруг, вот как-то так, под воздействием Бродского, я это стихотворение знаю уже много лет. И вот буквально в прошлом году мне удалось что-то сказать на эту тему. Опять-таки, мать художника, ну вот видно, в каком она, на каком она фоне. На самом деле еще это называется «Композиция в сером и черном. Мать художника», если полное название дать. Я еще раз повторяю, вот сама эта просодия Бродского. «Я дважды пробуждался этой ночью и брел к окну». Вот у меня абсолютно на другую тему. «Ты снилась мне, и снова просыпаясь, я шел к окну, в тот серо-черный фон, который состоял из странных форм, что на стекле лишь повторял мой палец, как текст, чтоб утром прочитать. И он мне также снился на одних глаголах «смотри», «живи», «прости», подобием фраз с твоим похожим почерком всех нас объединял, включая веток голых осенний фон. И это твой рассказ, что длится дальше, перейдя за полночь. Мне, покуда жив, мне сыну не запомнить.
про многоточие Бродский завершает это стихотворение замечательно. «Все то, что я писал в те времена, сводилось неизменно к многоточию. Я падал, не расстегиваясь, на кровать свою, и ежели вдруг ночью я замечал звезду на потолке, она, согласно правилам сгорания, сбегала на подушку по щеке быстрее, чем я загадывал желание». Роскошно. Да. Но возвращаемся к словосфере. Надо сказать, что наша нью-йоркская периодическая печать тоже ее не обходит вниманием. И вот она периодически появляется. Вот у нас выходит в Нью-Йорке такой замечательный сборник, как Санкт-Петербург. Да, это каталог книжный. И вот она в этом каталоге уже появлялась и не один раз. Надо это ежеквартальное должное. Издание, да, да. Да. Вот он расходится тиражом по всей Америке. И вот как раз Наташа Орлова, владелица дома книги «Санкт-Петербург», она предложила, и мне было очень лестно и очень приятно. Я вообще должен сказать, что какие-то есть люди, которые вот возбуждены, воодушевлены этим проектом, в немалой степени помогают. Кстати, вот и издание этой книги, это мои приятели, которые... Они иногда выводят на свой огромный экран словосферу, поскольку она есть в PDF-формате, и они смотрят картины, читают, и вот так они могут провести супруги вечер. А вот я скажу, я немножко обобщаю. Геннадий Кацов, владелец и главный редактор одного популярного сайта, вы, наверное, можете его в интернете видеть. RuniWeb.com, да, RussianNewYorkWeb.com. И на этом сайте есть энциклопедия «Русской Америки». Словосфера. Это все у тебя какие-то глобальные планы? Ты хочешь все-таки обессмертить... только себя, как мы видим, только себя, да? Нет, я словосферу я ни в коем случае не вижу как энциклопедию. Еще раз говорю, это вот. Дневник. Это дневник моих впечатлений за вот те вот там полтора года, когда я его писал. Собственно, начал я это в 2011 году в мае. И закончил эту часть, эти 180, откуда такое число взялось, 180. Казалось бы, ну уже доведи до 200. Ну хотя бы 66, да. Число зверя. 666, да. Вот, это уже дьявол. Я как раз рассматриваю это как дневник, то есть вот какие-то существуют эффекты в нашей жизни. Мы можем говорить о любви, об одиночестве, о власти, о смерти, о жизни. Все это ведь проиллюстрировано картинами. Я еще раз говорю, мы открываем дверь в прошлое, мы перед бесконечностью. Миллионы в изобразительном искусстве написаны картин, шедевров. Кстати, большая разница между живописью и изобразительным искусством. Опять-таки, живопись – это писание живого. Изобразительное искусство, оно гораздо шире. Включая сейчас ты начнешь себя и концептуализм. Объяснять, что такое натюрморт, что это натура мертвая. Да, да. Вот. И, в принципе, поскольку я... видимо, в какие-то моменты вот испытывал какие-то вот такие эффекты, они вызывали к жизни и тексты, и сочетания с картинами. Первый раз я написал первую картину на Вермеера, молочницу. Ее сюда привезли из Амстердама. Она экспонировалась в Метрополитен-музее и на меня произвела огромное впечатление. Я вообще люблю и малых голландцев, люблю и Вермеера. Вермеер, кстати, был отлично представлен на выставке 400-летия Рубенса, которая тоже приходила ранее, до выставки Вермеера в Метрополитен-музее. И через какое-то время я вдруг написал 12 строк. Мне показалось, 12 строк очень мне близко. Вот, то есть существует форма, которая соответствует содержанию. Вот это был тот момент, когда я вдруг понял, что 12 строчек, они очень мне интересны. Потому что, если очень кратко, то существует тезис, антитезис, анализ и синтез. Такова логика построения, допустим, 14-строчного сонета. Вот, это очень логично. Если тезис и антитезис написать, то можно уйти от последних 4 строк, от 16-строчника, и оставить только 12 строк. И получится последний катрен, он как бы вот такой ударный, ну там катарсис, он звучит или нет, это уже не мне судить, но мне показалась очень любопытна вот эта форма. И когда я написал Вермеера, я вдруг понял, что что-то еще хочу написать. Я написал Клода Моне, поскольку вообще мое увлечение началось, ну в данном случае импрессионизм, постимпрессионистов. Я тут же написал Ван Гога. Вот, «Кафе в Арле». Клод Моне, «Руанский собор», который я изучал по альбому этих руанских соборов, было написано, как вы знаете, больше 20 в разное время дня. Вот, Клод Моне писал. И мне почему-то это в голову пришло. Я вот так вот начал писать потом «Эль Греко», любимый мной Вит Толедо, который, кстати, тоже находится в Метрополитен-музее. И
вот туда куда-то меня понесло, 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 и я вдруг начал расширять сферу этих текстов, этого интереса. Так получилось. У меня в Москве был замечательный товарищ, в Нью-Йорке я его уже не застал в живых, это чудесный художник Василий Яковлевич Пситников, который писал замечательный дивные, совершенно, да, дивные совершенно произведения. С одной стороны, он писал в классе Лубка, он выписывал, как правило, Кремль, какие-то полумультипликационные сцены, которые происходят в Кремле, драки, обязательно пивная, валяется пьяный, милицейская коляска. Все это он забрасывал снежинками, и снежинку каждую выписывал неделю, наверное. Она была совершенно филигранная снежиночка, выпуклая, белая. И эти картины у него охотно покупали дипломаты, на что он, в общем-то, неплохо жил. А помимо этого, Вася Ситников творил в плане сюра потрясающие вещи. Какие-то летающие, полувидные, в цветном тумане женские образы, еще чего-то, еще. Но свои картины он валял дурака. Он был образованнейшим человеком и прекрасно знал, что такое импрессионизм. Но он не говорил слово «импрессионизм». Он по-русски говорил «впечатлялка». «Я впечатлился», поскольку «to impress» — это и есть впечатляться. Нет, не «to impress», а «impression». Поскольку импрессионизм от восхода, да, от восхода солнца, говорю, впечатление. Картина, да, Клода, да, Моне, да, «Восход, да, солнца», да, впечатление, да, импрессион. Так вот, и к уголку рамы своей очередной картины, когда он ее выставлял на показ, он прибивал маленький гвоздик, а на гвоздике, на веревочке висела тетрадка. И полтетрадки, ученическая тетрадка, на 12 листов. 6 листов были исписаны Васей крупным таким деревенским почерком, это было название этой картины. Он туда записывал, что он, собственно, хотел сказать. Нарочито, с грамматическими ошибками, с пунктуационными пробелами и так далее. Вот это он впечатлялся. Это тоже словосфера Василия Ситникова. И мы возвращаемся к тому, что такое хорошо, что такое плохо. Просто и непросто. Вот у Дмитрия Кедрина есть такая интересная строчка. «Эти гордые лбы венчанских мадонн я встречал не однажды у волжских крестьянок». То есть, с одной стороны, это, в общем-то, человек, находившийся под гнетом социалистического реализма, который пытался доказать, что все-таки вот народ главное, а венчанские мадонны – это второе. Ты идешь наоборот, ты идешь к венчанским мадоннам. По-разному, опять-таки, я бы вектор так не выстраивал однозначно, поскольку есть и то, и другое. Мы же сейчас прикоснулись только к какой-то части текстов. Здесь есть все, что угодно. И у меня, кстати, нет еще таких титанов, как Тициан, Тьеполо, Сурбаран, Рубенс. Как-то не получилось. Рафаэля нет. Вот, с большим трудом у меня получился он на самом деле моментально, вот, но Леонардо да Винчи, вот, Мадонна Лита, она получилась совершенно неожиданно, и я очень бережно вообще подхожу, поскольку ты, когда берешь таких авторов, тут очень сложно с ними, во-первых, кстати, Саша, да, во-первых, я ни в коем случае не ставлю себя в один ряд с этими людьми, я сразу хочу уйти. Это зря. Да, нет, это не зря, это не для того написано, чтобы вот где-то быть под этой тенью и так далее. На самом деле существует как знаки те или иные произведения искусства, которые являются частью моей биографии. Я очень долго этим интересуюсь и этим живу. И поэтому для меня это в каком-то смысле даже родственник. Как мы с тобой, выходя в эфир, мы для наших телезрителей уже тоже члены семьи. Свои ребята. Да. Вот смотри, для тебя лично и для поэта вообще. Глядя на картину, уже тобой показанную, «Вынос помойного ведра», глядя на, скажем, какую-нибудь целковскую рыбу, которая лежит обглоданная. У меня целковская 6 лиц. Да, вот глядя на целковскую, на картины Рабина, опять-таки. Но рыба скорее Рабина. Рабина, рабинскую рыбу, извини, пожалуйста, да. У Целкова более объемные. У Целкова Хари, я бы сказал. Да, на рабинскую рыбу. Глядя на пальто Однораллова, с одной стороны. А с другой стороны, глядя на Монну Лизу, там, скажем, или глядя на картину «Три богатыря», возникают различные ассоциативные ряды. Какой, мало того, для тебя, какой для тебя, так сказать, не то чтобы роднее, а какой для тебя плодовитее? На самом деле абстрактное очень мне нравится. Да. Да. Что, казалось бы, сложнее всего. Но у меня есть на Кандинского, у меня есть на Хуана Гриса, вот, на Миро.
И мне очень нравится вот работать, поскольку там существует, во-первых, определенная колористика, и ты в ней прямо утопаешь. То есть можно в эту картину войти. Сюжет, он же на самом деле очень идеологичен, в него войти-то тяжелее всего. А потом реализм всегда запирает. Конечно, я об этом и говорю. А вот в картины абстракционистов мне как раз больше всего нравится, поскольку ты там совершенно свободен. Ты можешь высказывать то, что ты хочешь. Главное, некому тебя упрекнуть. Иди знай, что там нарисовано вот, у Кандинского. Ну, к примеру. Но если мы говорим о том, что лучше, нету здесь такого. Здесь нет этого. Мне в этот момент необходимо вот так высказаться. Мне в этот момент необходима эта та или иная картина. И больше не существует здесь никакого принципа. Друзья мои, я опять говорю языком чеховской Дашеньки, но иногда абстракционизм тоже запирает. Я вспоминаю солдатский анекдот о том, как сержант останавливает группу рядовых перед кучей кирпичей и говорит, что вы думаете, глядя на эту кучу кирпичей? И рядовой Иванов говорит, а я думаю вот о женском половом органе. А сержант говорит, а почему, собственно, у вас куча кирпичей вызывает такую? А он говорит, а я о нем всегда думаю. Поэтому абстракционизм не обязательно раскрепощает. Ну, опять-таки, все дело в том, что ведь вообще существует как бы вопрос, а что такое черный квадрат Малевича и так далее. Да, это понятные вещи на самом деле. Потому что так же, как музыка, это не является мелодия, не только мелодия, вот музыка. Иначе не было бы ни Хиндемита, ни Штокгаузена, ни Шостаковича. То есть музыка – это не только мелодия. То же самое, картина – это не только сюжет. Это еще и, опять-таки, сочетание определенных цветов. Это определенная композиция, как у Хуана Гриса. Вот. Или, опять-таки, композиция, которая в цвете выражена у Кандинского. Поэтому вот здесь запираться не имеет смысла. Многие это воспринимают картину, это должно быть похоже, это должно быть понятно. Но в таком случае, я еще раз говорю, тогда и музыка такая должна быть, тогда и такая архитектура. Мы тогда от Гауди должны полностью уйти и говорить о Ле Корбюзье. Поскольку мы уже завершаем нашу сегодняшнюю беседу, я хочу задать, так сказать, вопрос под занавес. Если вы помните, опять-таки, те из вас, кто знаком с жизнью и творчеством покойного Бродского, процесс, на котором его судили за тунеядство, то там общественный обвинитель или даже судья задал ему вопрос, а вы, собственно, кем работаете, чем занимаетесь? И Брод сказал, я поэт. Он говорит, что значит поэт? Он говорит, я пишу стихи. На что судья или общественный обвинитель, я уже не помню, Фрида Викторова это все перенесла. Он говорит, ну, стихи пишу. Не я все, вот тоже приду, она с работ... не все перенесла. Я приду с работы и напишу стихи, а вы кем работаете? Так вот, я прекрасно знаю, кем работает Гена Кацов. Он работает как волна, телестудия RTNWNB, вы его каждый день видите на экране. Помимо этого, он, я знаю его как главного редактора в прошлом еще. А когда же стихи ты пишешь? Но это тоже вот вопрос, ты поработал, который... пришел и стишки написал. Во-первых, существует суббота и воскресенье, которые, да, в общем-то, отданы детям, семье, супруге. Но, тем не менее, здесь свидетель только моя супруга. Бывает в 5 часов утра. Вот ты просыпаешься, потому что тебя начинает увлекать этот ритм. Бывает в дороге. Вот я иногда останавливаюсь, вот чего-то пришло в голову, но обидно, если оно уйдет. Но если ты хочешь, ты идущий да обрящет. На самом деле, если ты хочешь, ты будешь этим заниматься. Это такая вещь, которая для себя в удовольствие, и я всегда нахожу для нее время. Ну а как иначе? Для работы я нахожу время, почему же для себя? Это тоже для себя. Но если есть какие-то интимные вещи, им тоже нужно уделять внимание. Существует такое понятие, как профессиональный поэт, который больше ничем не занимается. Поэзия – это работа? Поэзия, я думаю, что это даже больше, чем работа. Это тяжелая работа. Мы говорим о призвании, это образ жизни. Да, как когда-то Гребенщиков сказал, что такое аквариум. Аквариум – это образ жизни. Я должен сказать, что это работа ежедневная, но это не работа прозаика, который вот действительно должен садиться к столу и выдавать на гора определенное количество листов. Это то, чем ты занят, чем занят твой мозг, твое существо ежеминутно, и иногда получается что-то написать. Ну что ж, друзья мои, в таком случае я бы определил образ жизни Геннадия Кацова тем самым словом, которое он назвал свою книгу «Словосфера».
Я благодарю его за участие в сегодняшней передаче. Желаю успеха тому, что произойдет послезавтра в Бруклинской публичной библиотеке. Ну, его вы увидите завтра, а меня во вторник. И на этом мы вместе с ним благодарим вас и прощаемся. Всего хорошего. До свидания.